свеча, дымок метаный, и парит, стучит в окно, а в России друг стуча, молча рюмку осушая, не видала меня давно. Этой знойной стороне неужели не приснилось? Это как монашья милость, кто-то помнит обо мне, кто-то помнит обо мне. Я в порядке, все на месте, все любимое во мне. И мерцанием предместья, словно птица с поднебесья, я любуюсь на горе, я любуюсь на горе, словно на ладони вечность, галилейские края, а в душе туман заречный и черемуховый вечи. В тумане там я, и в тумане там я. Дух мой древний, бородатый, что-то я сегодня скис, что-то тяжко мне, ребята, редкой тянется мохната к моей рюмке кипари. Кипарис стучит в окно, а в России друг стучает, молча рюмку осушает, не видала меня давно, не видала меня давно. Так, переходим к следующему автору. Ее зовут Инна Разумовская, она живет в Хайфе. Значит, получилось так, что мне потом захотелось какого-то разнообразия. Хотите? Ну чем же я тут? Ну, я целыми днями сижу, постою. Разнообразие какого-то уже